И сегодня мы с вами поиграем в Майнкрафт. Сейчас я вам подробнее покажу Майнкрафт. У меня там даже свой домик есть. Очень, ребят, клевый Майнкрафт. Скачивайте. Он хотя не Майнкрафт называется. Короче, похожий на Майнкрафт. Там все розовое. Хотя я голубой люблю. Нажимаем играть. Вот мой мир. И вот так вот. Это мой домик. Сейчас тут... Подождите-ка. Вот такой домик. Что-то не загружается. Алло! Алло! Лагает. Пипец. Вот так, ребята. Одевайте подсох. Нет. Реклама. Ну, как всегда, ребята, эта реклама всегда у меня выскакивает. Сейчас нажимаем вот сюда. Вот. Вот, смотрите, где я. Это моя комната. Ой. Оп, сейчас подождите, ребятки. Небольшая пауза. Где? Ай, помогите. У меня телефон сломался. Продолжаю, ребята. Опа. Скоро это переклама пройдет, я моя. Ждем. Давайте-ка, ребятки, звук убавим, а то ничего не слышу из-за этой рекламы. Так. Ну, опять реклама. Ой, что же ночь? Как это? Ладно, пошли. Быстренько я вам потом покажу. У меня там очень клевая хата. Ура, день. Пойдемте-ка. Ой, кто это сломал? Ладно, потом поставлю. Кто сломал? О, вот блок. Теперь никто не сломал ничего. Закрываем. Это моя ванная. Посмотрите-ка. Здесь я руки мою. Это у меня ванночка. В ней купаюсь. Здесь потом шторки надо поставить. И туалет. Кто любит Майнкрафт, ставьте лайк. Почему я всегда сплю с открытой дверью? Странненько. Смотри. Что? Вау. Я хочу все. Вот это. Находим, ребятки. Это мой компьютер. Какой компьютер, блин? Так, ребятки, вот это мой телефон. Это, ребята, мне повезло, что я в креативе играю. Я просто очень боюсь выживания, потому что всякие монстры там, я их ненавижу. Ну, крипера я люблю. Он клевый. Даже песни есть. А, кто, ребята, видел песню Юни? А, клево. Очень клево, что вы ее видели. Вот такой, ребятки, здесь столик. Вот здесь почитать можно. Лесенка. Правда, я, кстати, ребята, не знаю, как в этой игре горшки выглядят. Поэтому я хотела на эти тумбочки как бы посадить... как его там? Еду. Какую еду? Там что, монстры гуляют? Я слышала, будто паука. Что-то я натворила. Ребята... Мне страшно. Ребята, мне страшно. Неужели это паук? Так, ребята, сейчас надо меч взять. Меч. Где мой меч алмазный? Где мой меч? Меч. Вот он меч. Где? Как выйти? Пойдемте, ребята, убивать. Ну что? Ночью я в креативе. Я могу. Я хорошо, что я хотя бы бессмертная, наверное. Надо креатив. Все, выходим. Сразу взлетаем. Ай! Ты чего? Пугаешь-то? На. Два удара.
Что? Как это? А, я, кажется, паутину, видать, поставила на тумбочку свою. Ладно, ребята, теперь сидим только дома. Все, я никогда больше не в жизни не буду к этим паукам приближаться. Мне я пипец боюсь пауков. Даже в жизни я боюсь пауков. Что? Смотри, вот это я лимонарик фоткала, цветочек. Так, это так, ребята. Это что? Что фигня? Это я фоткала. Ой, блин, какую фотку. Ксюш, что тупенькая? Блин. Так, ребята, уже ночь наступает, смотрите-ка. Кстати, ребята, я сейчас покажу, на какой я горе. Сейчас я закрою дверь, а то сейчас паук какой-нибудь в дом заползет. Вот и я... все, крындец будет. Вот, вот смотрите, смотри, я сфоткала вот такое. Смотри, вот такое я сфоткала, типа лимонарик. Так, ребята. Здесь я буду высадить вот это. Вот, вот, это вот этот пирожок. Вот, это шоколадка. Мороженка. Так, ребята. А не чупа-чупс. Вот мороженка. Смотри. Мороженка. Мое. Худог. Худог. Посмотрите, на какой арбуз. Я высоте, смотри, вот шоколадка. Угу, шоколад. Это вот эта гусенка. Давай-ка спустимся арбуз туда, ребята. Ну, мне страшно очень. Мне очень страшно. Ради вас я готова на все. Давайте сюда факел поставим. Берем факел. Факел я уже знаю. Нас обманули. Я думала, это пещера какая-то. Я уже заходила, ребята, кстати, в пещеры. Главное, ребята, мне дом потом не потерять. А то это крындец будет. Опоздал на поезд. Крындец. Ой, блин. Это, ребята, черный квадрат. Это я просто там в гостиной телевизор же делала. Ну, вы знаете. Можно я тебе сфоткаю ходить? Можно. Так, ребята, давайте-ка. Что, поедим давайте-ка? Давайте-ка поедим. Давайте, ребята, кто не любит кушать, я всегда найду еду. Девочки. Ну кто мне тут дом ломает? Это что, сама я? Ладненько. Потом сделаю за кадром когда-нибудь. И вам покажу. Как тебе так вот так. Это мой холодильник. Здесь картошка фри, свекла, арбуз, сосиска в тесте, бургер, яичко, помидорчик или что это. Короче, ягодка. И печенька. Вот весь мой обед. Ну, это что у меня смогло в инвентарь войти. Ладно, ребятки, давайте-ка на этом будет все. Ждите вторую часть, как я буду достраивать этот дом, чтобы он не был такой. Кстати, ребята, если вы скачаете, если, конечно, возможно, и вы найдете такой же домик, и вы найдете домик с надписью «Дом Ксюши», то хочу вас поздравить. Вы нашли мой домик. Ну, если, конечно, совпадений там. Ну, я, наверное, ребятки, тогда пойду спать. А вам я желаю хорошего дня. Хорошего дня. Уже почти ночь. Ладно. Желаю, чтобы вы всегда были хорошими и никогда не застревали в паутине. Опять застряла. Ладно, ребятки, поспим-ка. Давайте-ка. Всем, ребята, пока. Всем, ребята, пока-пока.